Упрощение миграционных правил для соотечественников, знающих русский язык, это естественное и логичное решение. Россия заинтересована в квалифицированных специалистах, Россия заинтересована в людях, которые понимают нашу культуру, традиции, и, собственно, на них можно будет сделать ставку в будущем, когда население страны, в общем, имеет тенденцию к сокращению. Это, в общем, мировая, к сожалению, тенденция. Я думаю, что в выборе между миграцией неквалифицированных кадров, с одной стороны, и квалифицированных специалистов, которые знают Россию, уважают ее ценности и язык, сделан определенный выбор, и этот выбор позитивно скажется на структуре миграционных потоков.